Всем приветик! Сейчас пришла из магазина, хочу сделать обзор продуктов, которые я купила, и сказать цены, какие у нас в Алтайском крае в наших магазинах. Значит так, прикупила сахар, килограмм сахара у нас стоит 52 рубля. Вот я взяла по полтора килограмма пакет, два пакетика. Затем спагетти новосибирского производства, у нас есть томский магазин, и там такие вот вещи продаются. Раньше покупала макароны гранулина, сейчас они стоят 33-35 рублей пачка. Это стоит 15 рублей. Цена-качество вообще приличная и ничем не отличается по вкусовым качествам от тех, поэтому купила. Затем в томском магазине тоже продаются, но я думаю, везде есть вафли Яшкино. Они у нас были сегодня со скидкой. Значит, цена 34 рубля. Здесь 300 грамм. Затем печенье овсяное. Пышкин дом тоже мне очень нравится. Прям вкус действительно овсяного, такого настоящего, как вот раньше было. Оно стоит 25 рублей пачечка. Здесь тоже 300 грамм. Вот две пачки я приобрела. Затем купила консерву сайра натуральная. Мне нравится такая консерва, я супы варю, и так можно кушать, салаты делать. Я всегда смотрю производителя Приморья, чтобы было Приморский край. Вот, вот такие беру. Если где-то другое написано, я такие не покупаю. Затем, тоже в томском магазине у нас вот такие семейные закрома. Гречневая крупа, рис, где-то ну 50 с хвостиком, то и то стоит. Вот так вот. Далее, мука. Высший сорт 2 килограмма, было тоже как со скидкой, 47 рублей за 2 килограмма, вот этот вот мешочек. Прикупила кофе, так я вообще кофеман, ну вот такой кофе не помню уже, когда я пила, но тоже со скидкой, здесь получается 150 грамм, 149 рублей, то есть очень экономно. Затем конфетки. Мои любимые, спринт тоже томские, без ГМО, похоже на, с орешками, похоже на сникерс с орехами. Мне нравятся, очень вкусные. И вот эти тоже томские. Да что мне попадает? Бумажка пустая. Халва глазированная, написано Яшкино, мне нравятся вкусные. Ну, раскрывать не буду. Так, вот эти вот за 100 грамм получается 19 хвостиком, эти 18 с хвостиком, тоже такие, и по весу они довольно такие, ну, не тяжелые, нормальные. Лук 32 рубля у нас килограмм, тоже взяла. Так, что еще я не сказала про продукты, все сказала, какие я купила. Теперь купила тоже порошок лоск, здесь 3 килограмма, стоит он у нас 329 рублей. В другом магазине тоже покупала 3 килограмма, 399 рублей, почти 400 рублей. Вот представьте, какая разница. Магазин находится недалеко друг от друга. Вот. И за все про все сегодня где-то 1200 я отдала. В принципе, нормально. Закупилась. Так что вот такие у нас цены приблизительно на все про все. Ну все, пока-пока.